вселенным ты хрупкая, как хрусталь, одна такая на селе перевернутая звезда. Дай мне каждый децибел, пока я. Трачок играл у меня. Не знаю. А, это вообще фристайл, наверное, был какой-то. Кривляешься на камеру. А ты, то есть, ты себя снимала сейчас? Нет. Я не только что не себя. А, ну жаль. Сейчас себя снимаю, видишь? Всем привет. Face Clan. Хочу маску. Салют пацанам в Лондоне. Мы носим наушники от Beats by Dre. Я еще не послушала альбом Глебасты. Я в шоке, что он вышел. Это нужно сделать прям основательно. Что бесит? Так, ладно, все. А может здесь по-другому сделать? Ну, чтобы бит вот так вот он замедлялся. С таким переходом. Нормально, да, люблю. Ну, как в серединке. То, что мы вырезали и вставляли. Да-да-да. Вот эта хуйня. Типа такая концовка будет? А God of War не катит. То, что вы все добрые, все бить. Ой, рэпщит, вы что-то познаватенько зашли, кстати. Где мои бифы? Видишь, какие у нас добрые песни? Какие бифы? Про любовь читаю. Ну это вот это нахуй убрать. Я ну, типа, бы... концовочку она вообще... Крутой мерч у мрака, а почему... Где еще? Вот это тоже, да? Вы знаете, что эта фраза вообще из трека «Гость из будущего»? Какой, какой? «Мое новое платье, твой новый бог». Да? А «Гость из будущего» какой трек? «Мое новое платье, твой новый бог, ведь да? оно стоит больше, чем мертвый дом». Кто артист? «Люби меня» по-французски трек. Ну, «Гость из будущего». «Гость из будущего»? Да. Я его понял. Круто, это интерполяция. Да. Круто. Вот тут один звук. А, вот тут звук, понятно. Можно оставить оба, правда. Послушаем здесь. А ты нажимаешь? Вот это круто. И послушаем вот это. Вот это аминь, убедите, пожалуйста, да. Давай порежем. Какой трек? Вот этот? Ты только что его сделал. Аминь. А что он не переворачивает? Вот тут вроде можно оставить лобу. Окр. Окр. Близко подходит вот так, знаешь, в броне. Гуся, Даньков, ты чё? Вроде эти оба нормально. Ска.
Мертвых Найка. Ох, что это прям мясо. Я бы его в конце вырезал. Да, давай. Какой, какой его в конце? Покажи. Давай без него попробуем. Я не понял. Чего? Ой. О, круто, без него тут тоже вот этот звук. Приятно. Угу. Очень круто, да, да, без... Ой, я хотел. А что вы делаете сейчас? Ну, просто, ну, какие-то... Мы убрали один эйр в конце. А, все, учите. Оставили вот это, чтобы, ну... А давайте стоп-тайм еще поставим. Давай стоп-тайм, да. Хорошо, хорошо. Яму. Со мной, со мной весь Melon Music, Благо, Вайн, Виталя. Много кто у нас? Майотик. Можно платье поставить? Попробуем поставить на платье. Поц говорит, могу дистанционно стоп-таймы поставить, а он любит стоп-таймы расставлять. Это Макс, да? Димаса? А? Димаса? Не, это плохой парень. А, да, тоже можно ей. А я его звала, он не... Ему лень далеко ехать. Нормально. Все послушали планеты. Послушали. Мясо. Шаг ал. Это на румынском языке. Шаг ал. Это означает. Давай сначала как. Сири отправляет. Ну что ты врешь? Меня зовут Виктор Петрович Шпагин. А, блин. А давай первый, не? Звучит хайпово. Это вообще, это фристайл. Но, я к Благо залетела. Знаете, да, они на вот, главной дорожке. Так что их все равно. Короче, надо будет вставлять, типа, айры на... Мне уже айры. Жарко вести, да, прямой эфир. Красава. Я устала. Просто... Бит, кстати, этот сос... Это донаты бит? Это донат. Вот, бит, думи он бит, вот. Бит этого молодого человека, ой, да, он лучший. Блядь, что с этим стулом? Я встал. Жидкий стул? Не переживай, да, он жидкий. Я села на жидкий стул. Записались уже что-то? В смысле, я не читаю. Ну, записались, да? Давайте, может, все что-нибудь напишем. Да, мне, кстати, в последнее время нравится так вот, ну, взлетать больше. Но... Чисто на фристайле. Планета охуенная, вы чё? Я вообще...
вообще, типа, сейчас весь день все не слушала один трек и не могла другие вообще слушать. Никакие в этом мире другие. Я слушала обманщика весь день. Я могу юзать трек. Так. Я типа начал слушать. Все, реально уже жарко стало. Все, все, я пошла. Альбом Мухов на Ниты. Ну, типа, я уже слушала тоже. Мне понравились вообще некоторые. Типа, Лапки. Это вообще мой любимый таракан. Я его прям ждала. Слушайте, сорян, кому что обещала. Я надеялась, что это выйдет все раньше, чем... Короче. Короче, я в этом не виновата. Все, что зависело от меня, я сделала. И я постаралась от души. Он написал, им полностью трек. Ты бы мог... А, не знал за это. Он написал, типа, Альбом Jesus я... Я, кстати, что-то решила вчера послушать. Ну, я не знала, что он такой музон делает. Ну, типа, я здесь по-другому, если честно, немножко его творчество представляла. Вот. Как-то там что-то послушала первые, там несколько треков, они мне как-то грузанули, и я дальше не решилась. Не то настроение было. Вот. Но... Я думаю, что... Ну, короче. А бренд такой. У него свой слушатель, вполне себе достойный. Это их? Вот это fucking ass. Это fucking ass. Fucking ass, да? Это fucking ass. Клип Гриша еще не вышел. Все, короче, я пошла. Fucking ass. Что в детстве это?